Всем привет, с вами я, Вова Тишевский. Я знаю, что в последнее время вы редко меня видите вот так, потому что я в основном делаю обзоры, устройства и направляю на него там какие-то проводки, всякую остальную ерунду. Я думаю, что многие из вас уже соскучились за видео какими-то там типа новости или еще что-то. И вот сейчас это видео я посвящаю тому, что очень скоро будет выставка. Буквально через 4 часа, давайте посмотрим, через сколько начнется. Через 4 часа, 8 минут, по крайней мере, на моих часах распаковка или Unpacked от Samsung, на которой покажут Galaxy Note 4, потом будет презентация от Sony, потом еще будут куча других презентаций, огромнейшее количество. Поэтому я могу сказать, что у меня есть такое желание сделать такую новостную подборку о IFA и, соответственно, подкрепить своим мнением и тем, что я думаю о тех или иных устройствах, насколько они крутые, интересные или же нет, и какие будут пользоваться спросом или нет. Плюс ко всему, многие компании будут презентовать свои устройства, но они, к сожалению, не будут афишировать их так сильно, потому что любое такое афиширование стоит немалых денег. И буквально вчера Meizu представила MX4, потом еще куча всего. То есть я думаю, что вот эти 4-5 дней, в связи с тем, что я пока еще не дорос до такого уровня, чтобы поехать на эту IFU и все показать вам напрямую. И, к сожалению, в Киеве там 14-15 числа выставка отменяется. Я тоже на нее, к сожалению, не поеду. То есть, потому что ее не будет. Поэтому я постараюсь за эти 4-5 дней максимально, насколько возможно, осветить для вас эту выставку. И я вот сейчас буду ждать Note 4 Unpacked. Может быть, немножечко подготовлю вам информации по Meizu MX4, что я думаю по этому поводу и другие. То есть, и максимально, чтобы было понятно, что, куда и как. И, соответственно, расскажу и покажу вам, насколько у меня хватит времени, возможностей и сил это сделать. А вам я предлагаю писать ваши вопросы по поводу этой выставки IFA, что я думаю, может быть, кое-какие вопросы в будущих видео я поотвечаю. Конечно же, обязательно в этот период времени будут выходить еще и видеообзоры, то есть не означает, что я вот сейчас только 5 дней буду выпускать видео новостей и все, а еще и будут видеообзоры, да. Так что добро пожаловать на начало осени, на начало самого вкусного периода. 9 сентября еще Apple покажет новый iPhone. В общем-то, в сентябре событий будет валом. 15 числа Google готовит презентацию. Xiaomi уже и Meizu представили свои аппараты. Плюс ко всему HTC готовит презентацию. Sony готовит презентацию. Samsung логично. Я думаю, что и такие компании, как и Alcatel, и такие компании, как даже LG, я думаю, что-то приготовили. Обязательно. То есть я не думаю, что без каких-либо новостей останется большое количество компаний. Возможно, что-то игровое покажут. Возможно, то, что показывали на Comic-Con, покажут. Я не знаю. По крайней мере, за всем этим следим, смотрим, изучаем и, соответственно, буду рассказывать вам. Все, друзья, скоро увидимся еще в новых видосиках.